Говорим только о главных новостях этого дня. Это подробности. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Выкуп Василишина. Замминистра взяточник уже может быть на воле. Канадские пряники. Что пообещал Киеву премьер Трюдо? Вторая Тэтчер. Стало известно имя следующей железной леди Великобритании. Еще один взяточник откупился от заключения. Сегодня под залог могут выпустить Романа Василишина. Это скандальный замминистра здравоохранения, напомню, который попался на взятки совсем недавно, всего лишь минувшую пятницу. В какую же сумму судьи оценили свободу мздоимца и где он сейчас? Все выяснял Олег Решетняк. Сегодня с утра в прокуратуре сообщили, что решение по заместителю министра здравоохранения уже есть. Подозреваемому в коррупции Василишину избрана мера пресечения 60 дней под стражей или внесение залога на сумму более 2 миллионов гривен. Но спустя несколько часов его адвокат Николай Шупеня заявил, что родные подсудимого смогли найти нужную сумму. Как заявили в прокуратуре, 2 миллиона 800 тысяч гривен. Где именно сейчас находится чиновник, неизвестно. Единственное, о чем говорят правоохранители, если Василишин и будет отпущен, то только с электронным браслетом, чтобы отслеживать его местонахождение. А уже сегодня днем началось слушание по ходатайству самого Василишина, в котором он оспаривал свое отстранение от должности. В итоге защите удалось добиться отвода судьи. И когда будет следующее заседание, пока неизвестно. Ну а тем временем о Василишине появляется все новая информация. Вот, например, по данным Цензорнет, Василишин во время Майдана также работал в сфере здравоохранения и занимался тем, что сдавал пострадавших Беркуту. Тогда он занимал должность главного врача Александровской больницы Киева. Об этом одному из интернет-ресурсов сообщил генерал-майор запаса, экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Терпак. Он также не исключает, что у Василишина есть покровители, которые его прикрывают. Олег Решетняк, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал «Интер». Еще один газовый скандал. Печерский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и арестовал 20 скважин газодобывающей компании «СК Пивнич», находящихся в Харьковской области. Компанию связывают с бывшим министром экологии Николаем Злачевским. В рамках этого же производства суд арестовал и 12 скважин первой украинской газонефтяной компании в Днепропетровской уже области, конечным владельцем которой тоже является беглый экс-министр. В Генпрокуратуре подозревают, что предприятие Злачевского, фигуранта многочисленных коррупционных скандалов, получает неправомерную выгоду и выводили деньги в офшоры. Кроме того, как заявляют общественные активисты, фирмы экс-министра добывали газ в Харьковской области без необходимых документов и разрешений. В июне 2015 года распоряжением заместителя губернатора Харьковской области Марком Бекером было выдано распоряжение на разрешение на доработку организации добычи газа. На тот момент уже там совершалась добыча. Когда мы исследовали на тот момент этот участок, мы видели, что там уже стоят стационарные здания. То есть, соответственно, не менее года было видно, что было постройки сделаны. То есть, и шла уже добыча газа. По Злачевскому первый год новой власти, 2014 год, были достаточно такие какие-то мощные коррупционные волны, что ли. Более того, даже в юрисдикции британской, там, где он находился, ну, там дом вроде бы купил, жил в Лондоне на протяжении последних нескольких лет, ну, последние два года так точно. Против него были выдвинуты определенные обвинения, но потом, насколько мне известно, они были полностью сняты. Входящие в орбиту влияния Злачевского компании, ну, достаточно крупные добытчики в Украине, они совокупно добывали более 600 миллионов кубов газа. Очередной коррупционный скандал в Николаеве. Следователи СБУ обнаружили хищение госимущества на 3 миллиона гривен. К чьим рукам прилипла крупная сумма, рассказывает Кирилл Ющишин. Сегодня утром пресс-служба СБУ сообщила, следователи обнаружили пропажу дорогостоящего оборудования в лаборатории Николаевской государственной сельскохозяйственной инспекции. По версии СБУ, во время обыска выяснилось, что новое оборудование для выявления запрещенных генномодифицированных организмов в сельхозпродукции и семенах чиновники подменили на старые негодные приборы. Общая сумма убытка – 3 миллиона гривен. Було встановлено невідповідність наявного обладнання до того, яке було закуплено відповідно до документації. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх чиновників, причетних до вказаного правопорушення. Ну вот сюрприз. В самой инспекции заявление СБУ опровергли. Говорят, все оборудование на месте, стоит упакованное на складе. И даже показали, что в коробках.
полностью вся эта лаборатория. Она вся опечатана от А до Я, до каждого ящика пропечатана. Скрывали эти коробки, проверяли наличие оборудования, в каком оно состоянии. И у нас есть акты, подписанные этими представителями, что все оборудование находится в заводской упаковке. Визуально не специалисту сложно определить, что это за приборы. Действительно ли они предназначены для выявления ГМО и в рабочем ли они состоянии. Сотрудники сельхозинспекции рассказали, технику закупили за бюджетные средства еще в 2011 году. И с тех пор она не распечатана на складе. Сразу после закупки кабинет Азарова принял правила, по которым проводить исследования на содержание ГМО в сельхозпродукции имеют право только частные компании. В госинспекции говорят, их лаборатория уже давно не дает покоя коррумпированным чиновникам высшего ранга. В прошлом году данное помещение пытались обворовать, собрали оборудование, упаковали в мешки. Но дальше дело на протяжении трех лет, то есть года, так и не пошло. Куда мы только не обращались, это все дело просто одних и тех же лиц, которые считают, что лабораторию Николаевской области нужно забрать в собственные руки. Скандал вокруг Николаевской лаборатории, по мнению экологов, это очередное подтверждение тому, что в Украине действует огромный нелегальный рынок геномодифицированных продуктов. И мы на сегодняшний день фактично беззахисні проти вирощування на території України генетично модифікованих рослин і сільськогосподарських культур і вживання їх. С 2011 года, когда Николаевская государственная инспекция лишилась права на контроль за ГМО, на полях области собирают уже шестой урожай пшеницы. Если семена были с ГМО, такие растения уже успели заразить классические агрокультуры прямо в полях. Мы будем следить за расследованием хищений в сельхозлаборатории. Не исключено, что эта ниточка приведет к масштабной коррупционной схеме. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер, Николаев. 90 миллионов евро на реформу госслужбы и еще 15 на борьбу с коррупцией выделит Европейский Союз. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан. Сегодня в Киеве он побывал на неформальной встрече министров стран-участниц Восточного партнерства. Обсуждали вопросы безопасности и сотрудничества, в том числе и предоставление Украине безвизового режима. Йоханнес Хан заверил, решение может быть уже в сентябре. Я бы хотел заверить вас в том, что ЕС не отступит от тесного сотрудничества с нашими восточными соседями. Вся шумиха вокруг Брексита никак не повлияет на наши близкие и только усиливающиеся отношения с Восточной Европой. Я сделал акцент на важливостях сполучения, але главное, либерализации безвизового режима. Але мова йде, звичайно, не тільки про безвизовый режим. И я дуже сподіваюсь, що Україна і наші грузинські друзі вже дуже скоро можуть їздити до Європейського Союзу без віз. Глава украинского МИДа говорил на встрече также о дорожной карте по имплементации Минских соглашений. По словам Климкина, она должна предусматривать шаги по обеспечению безопасности на Донбассе и неограниченному доступу представителей ОБСЕ. Формат дорожной карты Климкин накануне обсуждал и с госсекретарем США Джоном Керри. Уже завтра депутаты должны собраться под куполом Рады, чтобы отработать последнюю неделю этой сессии. Десятки важных социальных законопроектов переносят с недели на неделю, но и на этот раз работа под угрозой. Кто анонсирует осаду трибуны парламента и какие шансы продолжить работу до осени, все решали сегодня на согласительном совете. Около 100 законопроектов в повестке дня и всего одна пленарная неделя перед отпуском. Проголосовать за все практически нереально. Спикер Андрей Парубий снова предлагает депутатам работать без летних каникул и собираться под куполом в экстренных случаях. Я цього тижня, як і минулого тижня, буду пропонувати не закривати сесію Верховної Ради України, як це і було запропоновано раніше, щоб продовжити до 6 вересня. Нашу роботу. Призначення порядного професійного центру в Борчкому. Це завдання, яке ми не виконали і, на нашу думку, безвідповідально йти на будь-які канікули без вирішення цього завдання. На прошлой неделе продлить сессию депутаты отказались. Впрочем, и без того работа не задалась. Трибуну и президиум блокировали нардепы от Батьківщини и Радикальной партии. Требовали создать временную следственную комиссию по тарифам. По сей день проблема так и не сдвинулась с места. Спікеру парламенту легше ходити з мікрофоном по залу, ніж створити в парламенті площадку для обміну думками, для пошуку нових методик виходу із кризи. Ми будемо наполягати на наших вимогах.
Ми будемо продовжувати ті акції, які ми проводили в українському парламенті. Продовжить сидячую забастовку планируют и радикалы. К ним присоединяются внефракционные и некоторые депутатские группы. А значит, шансов, что парламент все-таки заработает, мало. К тому же и Народный фронт выдвигает свои требования. Они хоть и против блокирования, но пригрозили бойкотом, если их закон о спецконфискации не внесут в повестку дня. Закликаємо наших колег не блокувати трибуну. Ми зробимо все для того, щоб парламент працював, тому що це є відповідальна державницька позиція. Фронтовики готові голосувати тільки за закони, касающиеся обороноспособности страны, изменения в бюджет, финансирование ПТУ, снижение налогов и решение тарифного вопроса даже не вносятся в повестку дня. Є парламентська криза, як я вже сказав, тому що немає більшості в парламенті. А сам парламент за тиждень сесійний приймає 10-12 законів, левова частина яких практично не має нічого спільного з тим, що дійсно турбує людей. І тут виникає питання просте, а навіщо далі працювати такому парламенту, продовжувати сесію? Позиція нашої фракції, ми готові здати 43 мандати, нам потрібно ще 80 там, з копійками, для того, щоб парламент цей перестав існувати, і люди обрали новий состав парламенту, який буде більше відповідати. Перед цим ми вважаємо, що потрібно змінити закон про вибори. А поки всі зайняті довиборами в парламент, які повинні состоятися в це воскресенье. В профільному комітеті просять депутатів уже завтра увеличити розходи ЦИК на їх проведення. І хоча б ради рішення цього питання не брати в осаду трибуну. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, подробності, телеканал Інтер. А вот если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, то пятерку проходных партий возглавил бы оппозиционный блок. Его готовы поддержать 10% респондентов. На втором месте Всеукраинское объединение «Батьківщина» 9%. У блока Петра Порошенко «Солидарность» было бы 7%. По 5% у объединения «Самопомощь» и «Радикальные партии». Таковы данные соцопроса группы «Рейтинг», проведенного во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Атака на окружкомы. В округе 85, это Ивано-Франковская область, комиссию завалили липовыми заявлениями от технических кандидатов. Вот уже несколько дней окружком работает в круглосуточном режиме, пытается сформировать участковые комиссии и даже обратились в полицию. Председатель окружной избирательной комиссии Александра Петрик обратила внимание на странную тенденцию. Сразу от 18 разных кандидатов представления на членов участковых комиссий доставили в одинаково оформленных аккуратных белых папках. Приходила доверенная особа, приносила белую папочку. То есть они трошки отличались сразу, на первый взгляд, от других поданий, от других папок. І коли ми відкрили і подивилися, що ці люди, яких подають дільничні комісії на Рогатин, на Калущину, вони є з Львівської області. Заподозрив неладное, работники комиссии решили сразу же обзвонить несколько человек из списка. После нескольких телефонных разговоров мы поняли, что ни людина та не знает, что ее подали, не ориентируется, что ее паспортные данные тут, что ксерокопия паспорта есть. У нас таких папок, пані, 18. На проверку списков у комиссии было всего несколько дней. Из почти 5000 кандидатов в члены участковых комиссий успели забраковать около 800. С тех пор окружные избирательные комиссии работают едва ли не круглые сутки. И от претендентов на мандат ежедневно поступают новые представления. Однятки донесуться не один день, а щодня. 7-ма година, 8-ма година, 9-та. Уявіть собі, один кандидат. Ось це є у нас подання на заміни. Тут у нас порядка 70 чоловік. Це один кандидат. А уявіть собі, таких є 19. Щодня ми ці подання опрацьовуємо і сформовуємо нові дільничні комісії. Комісії пытались зв'язатися з самими кандидатами в депутати, щоб прояснити ситуацію. Но безрезультатно. Всі 18 кандидатів іногородні. В основному жителі Київської і Львовської областей. В округі за весь період избирательного процесу ні разу не появились. Не смогли мы найти их и по телефону. В окружкоме считают, эти 18 человек не реальные претенденты на кресло Верховной Рады, а технические кандидаты. Обратились в полицию и передали туда все 18 белых папок с липовыми данными. Надійшло повідомлення, тобто заява, від, будь ласка, заява від окружної виборчої комісії номер 75 про те, що
Окружна комісія вказує про факти неправомірного використання кандидатами народні депутати України чужих персональних даних, підроблення заяв та подання завідомо неправдивих документів. А вот могут ли повлиять итоги такой проверки на результаты выборов, в полиции пока не комментируют. Напомню, до выбора Верховную Раду по 7 округам состоятся 17 июля. Татьяна Овинникова, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В бою под Троицким украинские военные захватили в плен двух диверсантов. Об этом сообщили в генштабе ВСУ. Разведчики противника пытались проникнуть в тыл к украинцам, но получили отпор. Отступая, боевики оставили на поле боя троих раненых. Один скончался, еще двум оказали медицинскую помощь. Сейчас они в госпитале. Один из полонених оккупантов, 39-летний снайпер Натан Цакиров, невдовзі помер. У нього вилучено російський паспорт та військовий квиток. Судячи з документів, росіянин приїхав воювати на Донбас із сибірського міста Омськ. Зі слів полонених, вони перебувають на серйозних посадах в російсько-окупаційних військах. Це командир взводу та командир роти. В зоне АТО за прошедшие сутки погиб один военный, 10 получили ранения. Боевики применяют тяжелое вооружение по всей линии разграничения. Напряженной остается и ситуация в районе Авдеевки. Репортаж Геннадия Вивденко. Одне пояснение, только им завод коксохимики. Почему они так намагаются відбити Авдеевку? Попытка за попыткой, метр за метром. Враг пытается вытеснить украинские войска из Авдеевки. Раньше не было таких более активных каких-то действий в определенный период. А вот сейчас как-то вот днем они, наверное, высыпаются вот, и ночью начинают работать. Дачный поселок, так называемая Старая Авдеевка. Рядом уже печально известная шахта Бутовка и Авдеевская Промка. На стене блиндажа текст молитвы и карта позиций противника. Как видите, она уже дождем у нас немножко намокла, но видно. То есть все ребята уже знают, куда направление стрелять и куда, где у нас стоит враг. Огонь боевиков из орудий крупного калибра уже обыденность. Тонкая металлическая нить от ракеты рядом с жилыми кварталами. Вот медная проволока от противотанковой управляемой ракеты. Еще одно доказательство, что обстрелы мирного населения в Авдеевке не прекращаются. Эта ракета прилетела совсем недавно вот со стороны Донецкого аэропорта. Бойцы на передовой считают, что враг стал применять боеприпасы с содержанием фосфора. Проверить трудно. Специалистов сюда не заведешь. Слишком опасно. Выгорала вся и трава, все. А ямы, как так, увы, и нема. Хотя там тоже ж не дорога, а яка земля. И вон дальше там тоже такая самая есть. Це прилетает останнім часом постійно? Да, вот это постійно в последнее время так и летают сюда. Сердца бойцов радуют фото месячной давности. На 82-мм мине кто-то из боевиков открутил боеголовку и сделал надпись. Якийсь українець написал все, что можу. Вот. С той стороны она прилетела на нашу позицию. Вскоре вновь начинается обстрел украинских позиций. На пункте уже началась война. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области. Они воевали за Сирию. У России очередные потери на чужой войне. Какие задачи выполнял Ми-25, а также при каких обстоятельствах и кто его сбил? Все выяснял Данил Русаков. История со сбитым в Сирии вертолетом Ми-25 сегодня получила продолжение. По версии российского правительства, летчики-инструкторы Рафягать Хабибулин и Евгений Долгин совершали плановый вылет. Уничтоженная в воздухе машина, как утверждают в Москве, принадлежала правительственным войскам Сирии. Эта модификация летательных аппаратов появилась на базе Хмеймим еще в марте. И свой последний вылет летчики совершали в составе группы. В нее входило как минимум два таких вертолета. Ролик, на котором запечатлено крушение, появился в сети день назад. Его авторство приписывают ИГИЛ. По машине нанесли три удара земли. Последний попал в хвост вертолета, после чего Ми-25 рухнул на землю. Какое именно задание выполняли российские военные, в Москве не сообщают. Известно только, что это была боевая задача, и вертолет следовал в пункт приписки из Пальмиры. Из официальных источников также стало известно, что семьям двух погибших пилотов выплатят компенсации. Их жизнь якобы была застрахована. Напомним, Россия официально свернула боевую операцию в Сирии, но в распоряжении Федерации остаются некоторые военные объекты. Среди них база Хмеймим, куда и следовал вертолет.
Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканалы «Интер». В Черном море стартовали военно-морские учения НАТО «БРИЗ-16». Маневры проходят в международных и территориальных водах Болгарии. В учениях принимают участие 16 государств Альянса. Также задействованы 25 боевых и вспомогательных кораблей и катеров ВМС Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Испании. Эти страны участвуют в программе «Партнерство ради мира». Военные прежде всего будут отрабатывать взаимодействие экипажей корабля. Закончится учение 17 июля. За ними уже наблюдает разведывательный корабль «Лиман» Черноморского флота России. Великобритания закупит у «Боинг» 9 самолетов для поиска и уничтожения подлодок. По контракту за 4 миллиарда долларов «Боинг» обязуется поставить современные самолеты «Посейдон», построить инфраструктуру для их размещения, а также обучить персонал. Премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал эту сделку знаковой, так как она демонстрирует, что Великобритания открыта для бизнеса, несмотря на результаты Брекзита. Но сам Кэмерон отсчитывает последние часы на посту. Уже послезавтра он подаст заявление об отставке. И сегодня стало точно известно, кто именно станет его преемником. Ну, точнее, преемницей. Светлана Чернецкая о возвращении матриархата на Даунинг-стрит-10. Новая железная леди Тереза Мэй неожиданно быстро обошла всех конкурентов на пути к Даунинг-стрит-10. Выборы нового премьера должны были затянуться до сентября. За это время члены консервативной партии должны были определиться, кому доверить лидерство в партии и, соответственно, кресло премьера. Кандидатов было двое – министр внутренних дел Тереза Мэй и замминистра энергетики Андреа Летсом. Но совершенно неожиданно Летсом решила снять свою кандидатуру в пользу соперницы. А это значит, что выборы уже бессмысленны, единственная участница автоматически становится победителем. Так что же побудило Летсом уступить место конкурентке? На выходных она оказалась в центре скандала из-за неудачного высказывания во время интервью. Заявила, что материнство делает ее лучшим кандидатом на премьерский пост. Мол, Тереза Мэй бездетна, и это ее недостаток. На Летсом обрушилась невероятная волна критики. Сама она извинилась перед соперницей и объяснила, что ее неправильно поняли, но все же сдалась под давлением общественности. Нет большей привилегии, чем руководить консервативной партией в правительстве. И для меня это было бы огромной честью. Но я решила, что в интересах нашей страны немедленное назначение сильного премьера. И желаю Терезе Мэй успеха и готова ее поддержать. Саму Мэй новость о новой должности настигла в Бирмингеме. Там она, как кандидат в премьеры, рассказывала о своих первоочередных задачах в случае избрания. И в очередной раз заверила, Британия проголосовала за выход из ЕС, дороги назад нет. Брекзит так Брекзит, и мы сделаем это успешно. Попыток остаться в ЕС не будет. Нам нужно получить самый выгодный торговый договор. Но также я хочу предельно четко заявить, голосование за Брекзит было сигналом. Нам нужно контролировать свободу передвижения. Все не может оставаться так, как раньше. И уже известно, что Дэвид Кэмерон не против досрочно освободить премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит-10. В роли главы правительства завтра он проведет последнее заседание министров, а в среду в последний раз предстанет перед парламентом на традиционном часе вопросов, откуда отправится прямиком в Букингемский дворец подать Ее Величеству заявление об отставке. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил президент Порошенко после встречи с канадским премьером Джастином Трюдо. Переговоры об отмене торговых ограничений длились около 5 лет. Кроме того, глава государства сказал, что между странами начинаются консультации по либерализации визового режима. В свою очередь, Трюдо заверил, что Канада полностью поддерживает Украину, в том числе и в военной сфере. Канада стоит твердо beside Ukraine. Канада твердо стоит плечом к плечу с Украиной, реагируя на незаконную аннексию Крыма и на то, что происходит на востоке Украины. Канада обеспечивает подготовку на Яворівському полигоне. Мы уважно работаем с нашими канадскими партнерами про зменшення кількості відмов українським громадянам при отриманні канадської візи. Ми домовились про те, що ми розпочнемо негайні консультації з цього приводу. Кстати, в первом квартале этого года количество отказов украинцам, желающим получить канадскую визу, уменьшилось с 30% до 18%. И в планах дипломатов максимально упростить процедуру ее получения. Об этом рассказал уже посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Я дуже верю, что на самом деле
Ми найближчим часом зможемо почати предметно говорити з Канадою про те, як рухатися до безвізового режиму. Враховуючи те, що в нас є така потужна дружба між країнами, є такий історичний контакт, абсолютно неадекватно, що ми досі працюємо з інструментами минулого століття. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Патруль-убийца. В Харькове расследуют аварию с участием полицейских. Распустили уши. Немецкие спецслужбы попались на прослушке половины Европы. Деньги с дороги. В Харькове ремонт практически всех дорог отдали одной единственной фирме. И за последние несколько лет она получила почти миллиард гривен. Кто стоит за предприятием-монополистом? Материал наших корреспондентов. Московский проспект – самая длинная автомагистраль Харькова. Тянется от центра до окраины города. О том, что проспект нужно реконструировать, мэр говорил еще 3 года назад. Тот поток транспорта, который движется по Московскому проспекту, должен также получать качественную услугу, в том числе и безопасную. Проспект будет реконструирован капитально, с новым освещением и с новыми современными подходами. Я имею в виду это в том числе зеленая волна, это светофорные объекты. На реконструкцию дорог из городского бюджета выделяют сотни миллионов гривен. 150, к примеру, направили только в конце июня, сообщает издание «Нащих рощи» со ссылкой на вестник госзакупок. Все работы будет осуществлять фирма «Паркинг Плюс». Ее соучредитель Владимир Чумаков работает в горсовете, отвечает за дорожное хозяйство. Впрочем, во время тендера внешне все формальности были соблюдены. В торгах участвовали 2 фирмы. Но обе, говорят в Харьковском антикоррупционном центре, связаны с мэром Харькова Кернесом. Более крупные объекты, они остаются для «Паркинг Плюса». Там, где речь идет о сотнях миллионов гривен, там, где речь идет о десятках миллионов гривен, в этих процедурах закупок участвуют уже другое, скажем так, предприятие из группы окружения Геннадия Кернеса, ДБК «Уровень». Они, по сути, монополизируют практически весь рынок ремонта дорог. Другим фирмам, к примеру, из Киева на тендер не пробиться. Даже если их услуги вдвое дешевле, говорят в антикоррупционном центре. И добавляют, в июне в Харькове провели рекордное количество торгов. И сейчас заключают договоры уже на 2017 год. Причина ясна. С августа заработает система электронных торгов «Прозоро». И влиять на допуск участников к тендерам и их результаты будет невозможно. Что думает об этом сам мэр Харькова, нам узнать не удалось. Сегодня у него ухудшилось самочувствие. Из-за этого даже перенесли заседание в Киевском райсуде Полтавы, где слушают дело о похищениях и пытках харьковских евромайдановцев в январе 2014-го, в котором фигурирует Кернес. Оксана Григорьева, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. ДТП со смертельным исходом устроили харьковские копы. Накануне утром полицейский «Приус» вылетел на перекресток на красный свет светофора. В результате погибли 2. С подробностями Светлана Шикера. Центр Харькова. Сейчас здесь цветы и свечи. На этом месте в воскресенье в 4 утра в ДТП погибла молодая супружеская пара. Парень с девушкой ехали в «Москвиче» на заднем сиденье. Легковушка выехала на перекресток на зеленый свет. Там в нее влетел полицейский «Приус». «Москвич» отбросила в сторону, он зацепил еще одну машину, снес светофор и влетел в витрину магазина. Во всех автомобилях у нас в городе Харькове стоят GPS-трекеры. Сами полицейские нам слили информацию о том, что GPS-трекер показал на момент аварии 150-170 км в час. Парень с девушкой погибли мгновенно. Еще 5 человек, в том числе и 2 патрульных, получили травмы. В полиции признают, полицейские ехали на помощь коллегам и действительно превысили скорость. Инструкции разрешено, если включены маячки и сирена. За попередньою інформацією і за показаннями очевидців, дійсно були проблискові маячки синього та червоного кольору і звуковий сигнал. Погибші 28-летній Кирилл і 18-летня Анна поженились около місяця назад. Родні шокировані случившимся і не вірять, що поліцейські будуть наказані. Мені було 20 років, коли він народився, я його практично виростив. Пересікає на красний світ перекрестка, без всіх опознавательних знаків, без звука, света, без ничего. Ну, естественно, полиция у нас, наверное, всегда права. В прокуратуре уже начали расследование. Патрульных отстранили от службы. Основное питание у этого криминального проваджения для нас – это, чи были застосовані патрульными спецсигналы.
Зараз ми опитуємо свідків, шукаємо відео. Попередня інформація про те, що москвич рухався на зелене світло світлофора, вона поки що залишається. За нарушення правил дорожнього движення, повлекшее смерть, поліцейським грозит до 10 лет тюрьмы. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. И сейчас с нами на связи моя коллега в Харькове Светлана Шикера. Света, я тебя приветствую. Знаю, что сегодня вечером в центре города прошла акция горожан, возмущенных этим ДТП. Ну, расскажи, пожалуйста, как много собралось людей, что они требовали? Да, эта акция и сейчас продолжается. Сюда, в центр Харькова, уже второй вечер подряд приходят друзья погибших Кирилла и Анны. Сегодня здесь около сотни человек и колонна автомобилистов. Ребята приехали из других городов, из Киева, Полтавы, Днепра, Одессы. Ждут еще подкрепления. Далее они колонной поедут к областной администрации и на место ДТП. Там они возложат цветы. И ребята требуют одного – справедливого расследования и наказания для полицейских. И этой же ночью под Харьковом произошла еще одна трагедия. На трассе Киев-Харьков-Довжанский, возле поворота на село Раеленовка, полицейский автомобиль сбил 27-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным прокуратуры, в салоне автомобиля находился старший сержант полиции. За рулем был лейтенант полиции. Оба были на службе. Как сообщили в прокуратуре, уже открыто уголовное производство по статье «Нарушение безопасности дорожного движения». Копам грозит до 8 лет лишения свободы. Мы будем следить за расследованием этих двух резонансных ДТП с участием полицейских. Студия. Спасибо за работу. Это была Светлана Шикера из Харьковской области. Там за последние сутки под колесами полицейских машин погибло, как получается, уже 3 человека. Полицейский скандал продолжает сотрясать США. Вдобавок к протестам против насилия людей в форме, в Нью-Йорке поднялась шумиха из-за полицейских коррупционеров. Дело американских высокопоставленных офицеров уже даже назвали самым резонансным за последние 40 лет. Все подробности давайте узнаем у нашего корреспондента в Америке Юлии Мендель. Шикарные отели, дорогие рестораны и даже полеты в Лас-Вегас с девицами легкого поведения. Такую роскошную жизнь себе обеспечили полицейские Нью-Йорка, обвиняемые во взяточничестве. Для Америки такая коррупция – дикость, поэтому дело превратилось в огромный скандал. Такого американские полицейские не позволяли себе с 70-х. 100 тысяч долларов было уплачено нескольким копам, двумя бизнесменами Нью-Йорка. Двое взяточников из высшего руководства полиции – Майкл Харрингтон и Джеймс Грант. Последнему оплачивали ювелирные подарки для жены, игрушки детям и поездку в Лас-Вегас, где он пользовался услугами дорогой проститутки. Своим благодетелям полицейские организовывали личное сопровождение полиции, доступ к различным мероприятиям, возможность не оплачивать штрафы, а также содействовать в приобретении лицензии на оружие. Еще один полицейский должностью пониже помогал оформлять лицензии другому бизнесмену. Дэвид Виланнуэва, сержант и руководитель отдела выдачи лицензий полиции Нью-Йорка, брал взятки у Алекса Лихтенштейна годами. Взамен подписывала заявление на получение лицензии на оружие. Лихтенштейн брал с клиентов около 18 тысяч долларов и делился с полицейским. Все трое задержаны. С ними и один из бизнесменов Джереми Рейкберг, связанный с нынешним мэром Нью-Йорка. В частности, Рейкберг собирал деньги во время предвыборной кампании градоначальника. Но мэру обвинения не предъявили. И он выступал как обвинитель. Не знаю, как кто-то может достичь такого уровня и быть настолько продажным. Жители Нью-Йорка шокированы. Говорят, что такие коррупционные дела еще больше подрывают доверие к полиции. Теперь ты боишься не только воров и преступников, но и тех, кто должен защищать от них. Грустно, потому что они используют свое положение. Такое впечатление, что это менталитет полиции. Ситуация очень опасна, и надо что-то делать. Сегодня второй суд по делу задержанных. Своей вины никто не признает. Но есть надежные свидетели, в том числе со стороны полицейских. Юлия Мендель, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Новый виток старого шпионского скандала. За кем следили немецкие спецслужбы в Европе и за ее пределами? И кому власти Германии поручили реформировать разведслужбу? Татьяна Лагунова подробнее. Друзей не прослушивают. Ангели Меркель часто припоминают фразу, которую она адресовала Соединенным Штатам после откровения Эдварда Сноудена. Тогда канцлер упрекнула Вашингтон, мол, следить за партнерами некрасиво. Вспомнили этот укор и сегодня повод – отчет парламентской комиссии, которая контролирует деятельность немецких спецслужб.
О том, что немецкая разведка тоже прослушивала партнеров по ЕС и НАТО, известно давно. Но вот о масштабах деятельности спецслужб общественность узнала только сейчас. В руки немецких журналистов попал отчет специализированной комиссии Бундестага, которая занималась этим вопросом. Документы свидетельствуют, объектами слежки Федерального разведывательного управления были главы государств и правительств стран ЕС и НАТО, министры, высокопоставленные дипломаты и военные высшего ранга. Немцы прослушивали их канцелярии, резиденции и представительства. Следили и за международными организациями. Вот только несколько примеров. ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения и Международный уголовный суд в Гааге. В отчете подчеркивается, слежка была прекращена в октябре 2013-го. И тем не менее, эксперты не исключают. Новый виток шпионского скандала может испортить отношения Германии с партнерами по ЕС и НАТО. Не говоря уже о репутации немецких спецслужб. Исправить ситуацию Берлин старается изо всех сил. Власти страны проанонсировали, что в ближайшее время проведут реформу спецслужб и поменяли главного разведчика страны. С 1 июля за все успехи и неудачи разведслужбы отвечает Бруно Каль, юрист и бывший чиновник Министерства финансов. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. В оккупированной Горловке разгневанная толпа набросилась на представителей ОБСЕ. В сети появилось видео, на котором доведенные до отчаяния жители с криками бросались на наблюдателей миссии, требовали прекратить обстрелы и помочь людям. Когда наблюдатели ОБСЕ пытались уехать, жители перегородили дорогу автомобилем. У нас работа сейчас. Я понимаю. Поговорите с людьми. У вас работа. Мы жить хотим, понимаете? Боевики обстреляли пригород Донецка, Марьинку. Использовали не только стрелковое оружие, но и запрещенные крупнокалиберные минометы, а также артиллерию. Репортаж с передовой нашего военного корреспондента Вениамина Трубачева. В Марьинке боевиков и военных разделяют даже не сотни, а десятки метров. На Терриконе хорошо видно флаг противника, оттуда он и ведет огонь. Ночью боевики стреляли из минометов, попали не только по позициям военным, но и по жилым кварталам. Чудом никто не пострадал. Вот забор полностью посечен осколками. Одна из мин прилетела в частный дом. Люди из него выехали только накануне. Откуда стреляли? Оттуда стреляли и прилетело в этот дом, да? То есть осколки разлетели здесь, да? Несколько мин взорвались и на поле. Теперь здесь выжженная земля, и вместо пшеницы можно собирать только осколки. Когда захотят, тогда и стреляют. Час, два, три утром. В основном они выбирают те моменты, когда все начинают отдыхать. Днем периодически слышна стрельба из пулеметов и автоматов. Огонь этот преимущественно хаотичный, и пули летают над головами гражданских. На огород нельзя выйти вечером, бо с этого, скажи, с чем? Ну, снайперы эти, ёханые бабай. И вот стоишь, ага, чи выйти на огород, оно ж скучно там огород, оно ж видно все, и боишься, и не идешь. Под огонь снайпера можно попасть в любую секунду. Военные говорят, выстрелов даже не слышно. Мешок, засыпанный песком, разлетает в дребезги от одного выстрела. Вот так. Это что за винтовки? Это российские разработки, крупнокалиберные винтовки с глушителем. Она стреляет практически бесшумно. В ответ военные стреляют только из автоматического оружия. Другого на передовой и нет. Очень высокая трава, стреляют из травы. И стреляем только тогда, когда видим цель. Засыпать их пулями смысла нет. Боевики активно минируют серую зону, причем используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины. Противник застосовує дистанційне мінування місцевості, використовуючи при цьому касети для розбрасування мін дистанційно. На этом участке фронта разведчики фиксируют и скопление техники боевиков, в том числе танков и самоходных артиллерийских установок. Вениамин Трубачев, Даниэль Косаковский, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Папа Римский сменил своего пресс-секретаря. Важную должность в Ватикане получил американский журналист Грег Бурк, заменив на этом посту 73-летнего Федерико Ломбарди. Ранее Бурк работал корреспондентом Fox News в Риме, а 4 года назад перешел на должность советника по коммуникациям в Ватикане. Себе в помощь Бурк возьмет заместителя, журналистку Палому Гарсию Авехера. Мировая пресса уже прочит ей титул самой влиятельной женщины Ватикана. В Королевском дворце появилась новая вакансия. Кого ищет королева Елизавета? Об этом и других интересных новостях узнаете из нашего дайджеста.
Почти 300 килограммов лобстера выпустили на волю буддийские монахи. В окрестностях острова Принца Эдуарда на востоке Канады послушники устроили специальную акцию. Во сколько обошелся необычный акт милосердия, не сообщают. Лобстеров приобрели в местных торговых точках, где цены на них составляют до 20 долларов за килограмм. Американские полисмены зафиксировали 11 случаев, когда злоумышленники использовали в качестве ловушки телефонную игру Pokemon Go. Цель приложения – искать покемонов, передвигаясь по окрестностям. В городах Сент-Луис и Сент-Чарльз грабители заманивали потенциальных жертв с помощью маяков и нападали. Все пострадавшие – подростки от 16 до 18 лет. Около 100 человек разделись в Нью-Йорке ради искусства. Третий ежегодный фестиваль боди-арта прошел на Манхэттене. Поскольку темой фестиваля в этом году стала внутренняя красота, к участию в шоу пригласили людей разного возраста и комплекции. После показа разрисованные модели устроили дискотеку прямо на улице. Королева ищет посудомойку. В Букингемском дворце открылась вакансия. На кухню требуется помощник, который будет следить за чистотой и помогать готовить еду. На престижное место с зарплатой 17 тысяч фунтов в год и 33-дневным отпуском может устроиться человек без какого-либо опыта работы. В объявлении на сайте дворца обещают, что всему обучит персонал королевской резиденции. Поединок в регби запомнился благодаря необычному игроку. В Австралии во время матча между двумя местными командами на поле внезапно выбежала черная кошка. 13 тысяч зрителей, присутствовавших на соревновании, наградили хвостатого регбиста аплодисментами. Позже в Твиттере даже появился специальный аккаунт, посвященный животному. Две пожарные машины облили самолет сборной Португалии красно-зелеными потоками воды. Первыми на трап вышли тренер сборной Фернандо Сантуш и капитан команды Криштиан Роналду. Они держали трофей в руках. Футболисты проехали по улицам Лиссабона в открытом автобусе, где их приветствовали толпы жителей города. Накануне португальцы в финале Евро-2016 одержали победу над командой Франции 1-0. Французов проигрыш буквально разбил. Некоторые болельщики, увидев гол, плакали прямо на улицах. К одному из таких фанов со словами утешения подошел португальский мальчик-болельщик. Француза это только еще больше растрогало. Они так и стояли в обнимку прямо в центре фан-зоны. Более 1500 человек арестовали во время футбольного чемпионата во Франции. Вот такой хулиганский финал Евро-2016. Отличились, кстати, фанаты и напоследок. Из-за беспорядков в самой большой фан-зоне возле Эйфелевой башни во время финального матча под стражу взяли около 40 человек. Пришлось даже на целый день закрыть башню для туристов. Министр внутренних дел Франции Бинар Казнёв заявил, что, несмотря на серьезные инциденты между фанатами, стране все же удалось справиться с главной задачей – не допустить возможных террористических атак во время проведения Евро-2016. За время чемпионата Европы 2016 полиция арестовала всего 1550 человек. Из них 59 уже отбывают тюремный срок. 64 депортировали. Около 30 человек получили отказ на въезд во Францию на время чемпионата. В целом мы справились с организацией этого грандиозного события. В Израиле скандал из-за безопасности в аэропорту. Журналисту удалось пробить брешь его охране. Рассказывает Сергей Услендер. Придумал весь этот эксперимент израильский журналист Давид Сулейман. Он решил проверить, насколько действительно прочна система безопасности израильского аэропорта, которая признана одной из лучших в мире, и пошел туда наниматься в качестве уборщика. Дело в том, что все, кто собирается трудиться в Бен-Гурионе, даже если это дворники, должны пройти проверку службы безопасности. На проверку журналист пришел с удостоверением личности своего друга. Но тот факт, что на фото был изображен не Сулейман, сотрудников почему-то не заинтересовал. В итоге журналист был принят на работу. И даже получил так называемый белый пропуск, который давал ему право прохода в любые помещения терминала и даже право подниматься на борт самолета. Я просто поверить не мог, что это так просто. Я 12 раз поднимался на борт самолетов, имея при себе муляжи бомб. И никто ни разу меня не проверил. В то же время техработники должны подниматься только на борт тех самолетов, где убирают. Но за действиями Сулеймана никто не наблюдал. Был он и в зоне обработки багажа, где вообще не имел права находиться. Но никто не сказал ему ни слова. В итоге Сулейман отработал две полных смены под чужим именем. И никто этого не заметил. Когда журналист опубликовал рассказ о своих похождениях, разразился настоящий скандал. Управление аэропортов подало на него в суд. Чиновники утверждают, что журналиста вычислили. Сам же он говорит, что ушел по собственному желанию. В то же время этот эксперимент имел, можно сказать, и положительный эффект. Теперь служба безопасности выявила проблему и смогла ее устранить. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Вот таким выдался этот понедельник. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра.